Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для пуловера. Узор простой, несложный, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 4 петли. Для примера мы наберем 22 воздушные петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Мы набрали 22 воздушные петли. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Отступаем теперь 5 петель, заходим в шестую и вывязываем элемент 2 столбика с накидом, 1 воздушная и 2 столбика с накидом в ту же точку. 1, 2. Это и есть начало первого ряда. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и вывязываем элемент 2 столбика с накидом в одну точку, 1 воздушная и сюда же 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее мы пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую петлю воздушной цепочки и провязываем 2 столбика с накидом, 1 воздушная пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вывязываем элемент 2 столбика с накидом, 1, 2, 1 воздушная и сюда же 2 столбика с накидом, 1, 2. Из элемента мы пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую, вывязываем 2 столбика с накидом, 1 воздушная, 2 столбика с накидом. В конце ряда мы провязываем столбик с накидом в последнюю петлю воздушной цепочки. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. В предыдущем ряду у нас есть 5 элементов, состоящих из 2 столбиков с накидом и 1 воздушная петля между ними. Теперь до конца этого узора образца и до конца вязания вашей модели, вашего изделия, мы будем провязывать между 2 столбиками с накидом элемент 2 столбика с накидом, 1 воздушная и в эту же точку 2 столбика с накидом. Это и есть начало второго ряда. Из предыдущего элемента в предыдущем ряду мы вывязали новый элемент, состоящий из 2 столбиков с накидом, 1 воздушная петля и 2 столбика с накидом. Мы заходим в следующий элемент и вывязываем 2 столбика с накидом, 1, 2, 1 воздушная. И в эту же точку 2 столбика с накидом. Заходим в следующий элемент. Провязываем 2 столбика с накидом. 1 воздушная. 2 столбика с накидом. 1, 2.
И в следующий элемент между двумя столбиками мы провязываем точно такой же элемент. 2 столбика с накидом, 1 воздушная, 2 столбика с накидом. В следующий элемент заходим и провязываем 2 столбика с накидом, 1 воздушная, 2 столбика с накидом. В конце ряда в первую или в третью петлю подъема у нас был столбик из 3 воздушных петель. Мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда 3 воздушные петли подъема и провязываем ряд одними и теми же элементами. 2 столбика с накидом, 1 воздушная, 2 столбика с накидом. Повторяем, закрепляем то, что мы сейчас посмотрели. Мы сейчас все это закрепим. Мы заходим между двумя столбиками предыдущего элемента в предыдущем ряду. Заходим, провязываем 2 столбика с накидом, 1 воздушная. И в эту же точку 2 столбика с накидом. Не торопимся, выводим красивые столбики, учимся, набиваем руку, чтобы у нас по всему вязанию были одинаковые столбики. Высоту столбика мы регулируем крючком. Мы связали еще один элемент, заходим в следующий элемент. Между двумя столбиками провязываем 2 столбика с накидом, 1 воздушная, 2 столбика с накидом. Стараемся вязать свободно. Ниточку подаем свободно. И, естественно, крючком мы тоже вот не так прям все затягиваем. Нет, у нас тогда получится очень маленькие столбики. Мы все вяжем свободно. 2 столбика с накидом, 1 воздушная, 2 столбика с накидом. В конце ряда в первую петлю подъема мы провязываем 1 столбик с накидом для ровного края. Всегда, кто бы что бы ни говорил, всегда вы провязываете в конце в первую петлю подъема, чтобы был ровный край. Если мы зайдем под арочку, то у нас будет уже не такой ровный край. Вот давайте попробуем. Я распустила тот столбик, и у нас уже пошел перекос. Видите? Поэтому всегда в первую петлю подъема. В любом случае, в любом вязании будет начало ряда. Вот у нас с начала четвертого ряда 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Заходим в середину элемента и провязываем элемент, состоящий из 2 столбиков с накидом, 2 воздушные, 1 воздушная и 2 столбика с накидом. И у нас всегда с вами ровный край. Когда мы будем собирать изделия, так как у нас везде все одинаково, у нас дырочки будут совпадать. И после того, как мы это все соединим, на лицевой стороне у нас будет красивый шов. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Подписывайтесь на все мои странички в соцсетях. А всем пока-пока!